Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Олег. И Тимур. И сегодня что мы будем показывать? Боль? Да. Да, вот смотрите, у нас есть такая елка. Я, кстати... Новый год, всем поздравляю Новым годом, все подписчики. Да, и вот здесь вот, конечно, плохо видно. Сейчас подойду поближе. Видно? Вот, короче, лампочки, да. Вот лампочки, сейчас. Вот, на окне. Сейчас, покажу. Вот, загорелись. Это окно. Да, Тимур идет, сейчас я ему перчатки одену. Нормально. Готово. Себе бинты одену. Ребят, подождите, так, можем? Вот, а сейчас, подожди, я бинты одену. Окей. Я расскажу одну историю. Ну, короче, сегодня у меня вышел на канале новый блог, короче, про пауков. А, кстати, да, ребята, Тимур занимается своим каналом, и получается, подписывайтесь. Те, кто на меня подписан, подписывайтесь также на Тимура. Тимур, сколько тебе лет? 7,5. 7? Да. Да, 7 лет, и он уже ютубер. Нормально. Вот, ребята, я одеваю бинты. Вот он. Это не так. Ну и вот, у нас вышел новый канал, и у меня, кстати, идет, короче, короче... Кого? Ноль. У нас выходит, короче, сюрприз, кто, короче, подпишется на Олесин канал, и вот, и поставит нам лайки, и канал. А я делаю репост Тимура, видео, и моего, тому мы делаем скидку. Да, и, короче, подпишись на его ВК. Да, на мой ВК подписываемся. Тимуру еще мы не сделали ВКонтакте, потому что, ну, он еще маленький, в принципе, ему оно не надо. Я буду с одним бинтом, Тимур с двумя перчатками. Потому что второй бинт я не хочу одевать, так как я не буду правой бить, а буду больше всего работать левой рукой, там, где у меня бинт. Так, мы начинаем. Давай, перчатки. Так, ВК вторая. Так, вот, ребят, смотрите, перчатки от фирмы Лев. Да, вот Лев — это хорошая фирма, я покупаю от них, даже бинты от них, форма от них, у меня все есть от них. Я просто занимаюсь боксом, давай, одевай. Все, короче, все, это делай, кто получит, короче. Давай, вот смотрите. Пауков. Я... Ну, не обычных пауков, а крестовиков, понятно. Вот, вы тоже получите. Вот левая перчатка. Победитель будет один. Один-два? Нет, не два, один. Дави. Другой стариком я буду гулять. И, короче, готовьтесь. Летом я вам принесу. Стариком. Так, потом... все, мы начинаем. Готов? Раз, два, три, бой! Ребята, бой идет. Не так, что типа мы бьемся, а реально бьемся, потому что Тимура я учу в бою, чтобы на улице мог защититься. Ай! Замутил вертуху, с пятки влупил Тимуру вот сюда вот в голову. Больно было очень. Сильно? Да. Сильно. Тимур это зверка. Камень, камень. Давай. Света мало. А, да, света мало. Открываем вещи так. Давай. Да. Вот он меня бьет, получается, смотрите, это... Сейчас я попытаюсь дать ему захват.
А потом... У нас музончик играет. А, ребята, еще хочу сказать. Такие деньги я покупал себе. Бинты, перчатку, капу там. Все это я покупал из-за сайта Вулкан. Взял денежку и начал покупать. Казино! Чего? Что? Захватит? Захватит. Вырывайся. Бери. Давай, бери в захват. Такое чувство, что он мне массаж делает. Ну да. А, ребята, кстати, я у Тимура дома. Да? Тимур мне в глаз просто дал. Покажите. Тимур, принеси мне водички. Хорошо. Я покажу друзьям все расскажу. Сними перчатки. И, кстати, да, ребята, хочу провернуть для Тимура пранк. Это будет настоящий пранк. Проверну на него. Только он мне об этом знает. Куда? Стой. Все, отпускай. Да, спасибо. Ты, твое ж. Привет, привет. Тише, опять сидишь по ночам. Да, ребята, я приболел. О, флешрайль пришел, ты можешь попросить карту. Да, ребята, на Тимура будет право сегодня. Ребята, мы шутим, мы у меня дома. Да. А у меня дом. У меня сосед. Да, у него дом там напротив. Два друга блогера. Да. Да, ребята, завтра выйдет тоже. Ну, завтра выйдет вот это видео, то, что мы сейчас снимаем. Ну, а после. А, да, послезавтра выйдет видео, то, что мы завтра будем снимать. Да, завтра мы будем снимать, как мы играем в игру одну. Называется Car Mechanic Simulator 2016. Ой, 2015 для ПК. То есть на компьютере мы качаем игру Car Mechanic Simulator 2015 и делаем там машины. Тимур, то есть, еще не играл. Он не знает, что это. А Тимур, я скачаю себе Майнкрафт на компьютер, и будет он играть в Майнкрафт. Готов. Ставить лайки. Стой, покажи свой канал. Он там же пишет. Вот. Сейчас я буду показывать. Я просто елочку засниму. Ребята, елка вообще бомба. На видео она, конечно, не передается, но так она прикольная. Вообще, реально все это прикольно. Давай я подключу. Мобильный день. У Тимура Huawei. Зайцем. Зайцем. Или где зайцев? Молодец.